Юные парламентарии вместе с председателем законодательного собрания Игорем Лихановым в первую очередь утвердили членов счетной комиссии и избрали своего председателя. Выдвигалось две кандидатуры. Большинство проголосовали за Анастасию Чупрову. Также были избраны ее заместители, утверждены регламент и структура молодежного парламента. Сформированы совет молодежного парламента, составы постоянных комиссий, определены их руководители. Наш комитет как раз-таки занимался вопросами формирования молодежного парламента. Но у меня, конечно, очень большие надежды на третий созыв молодежного парламента, потому что ребята, которых, ну, я вот уже знаю, там у нас было собеседование в комитете, часть ребят мы уже лично с ними беседовали и вели диалоги. То есть это очень инициативные, целеустремленные, те, кому можно будет впоследствии передать то, чем мы занимаемся. В составе парламента 50 амбициозных и неравнодушных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. С разным образованием, социальным статусом и политическими взглядами. При этом 35 представителей делегированы из муниципальных районов и городских округов. Еще 15 от общественных организаций, учебных заведений и по одному представителю от политических партий, представленных в законодательном собрании. Всего их в краевом парламенте 5. Никита Чесных в парламенте уже 2 года. За это время он приобрел опыт не только в разработке законов. Прежде всего является школой молодого политика, где каждый молодой человек может реализовать свои проекты, внести свои поправки в какие-то законы. Это мне дало определенный толчок для своего личностного развития. За второй созыв я успел стать депутатом района, успел стать руководителем молодежной организации. В структуре молодежного парламента, как и прежде, будут работать две комиссии – по мониторингу законодательства в сфере молодежной политики и по развитию молодежного парламентаризма. Анжелика Гришина, Анатолий Тюльнев. Время новостей.